Ну, не планирую, что если предлагаю. Я куда делать сейчас? А можно в столовую? А сейчас совсем хорошо, дешево. Сейчас. Ну, туда. Сейчас ее никто не продает. Здравствуйте. Давид скажет, если выгонят, тогда я обязался. Что ты думаешь по поводу сегодняшнего писания? Аминь. Сама сыграла. Я не знаю, если не только 10 читал. 11 глава, 34 стиха. Кого? Евреям. Что сегодня не совсем духовный. Сейчас. Не знаешь, кого. Каже, 24 стиха. Верою Моисей пришел возраст. Отказался називатися сином дочери фараонової. Це був його от чого він відказався. От багатства всіх стрілістів цього міра. Представ собі син дочери фараона. Це все є. Ну, да. І він відказався. Всі мечтають. Сином президента. Ну да. Только от чего же он отказался? Так каже, верою отказался. Вера. Считай, лучше захотел страдать с народом Божьим. Так без веры же не откажешься. Конечно. Да просто это типа и есть шаг веры такой семьи. Ну, он понимал, потом, что, да, что потому что там предыстория такая, ну как бы понятно, что надо с верой отказываться. Если без веры его бы его убили, и не знаю, чем с ним было. Там же ж как? Ты мультиков насмотрелся. Нет, он убил этого. И египтянин. И когда там братья ссорились между собой, он вышел и говорит такой, типа, вы братья друг друга, зачем вы ссоритесь? И они там начали на него наезжать, что ты нас убьешь, так как ты убил египтянина. И он видел, как египтяне ведут себя с этими сегодняшними сестрами, поэтому он и отказался. Он просто не выдержал. Интересно, 25 стих. И лучше. Все это такие слова лучше и лучше захотел, это выбор, страдать захотел с народом Божьим, нежели иметь египетское сокровище. Ты что? Что он знал, ребята? Не было Духа Святого на то время так, как сейчас. Что он мог знать? Ну, а дальше там написано, что он считал, что мир, который пройдет ради Христа, тем не чем египетский. Ибо он взирал на воздаяние. Да. Да. Узнал, значит, Христа. Что-что? Узнал, значит, Христа. Ну да. Каже, поношение Христом почув большим для себя богатством, нежели египетское сокровище. Ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не боявшись гнева царского, ибо он как бы в виде невидимого был тверд. Ты что? Что он мог знать это? Мог видеть невидимого. Ну, просто еще. Ну, его, у него отношения были с Богом, значит. Не, ну, а как вот это жить в Египте и, ну, не обращать внимания на египетский город? Ну, и, типа, верить в Иисуса, ну, в Христа. Его странно. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Но вчера мы читаем с братьями с Александра. А Евгений признается и каже, пастор, як-то вечером захотелось пить бутылку водки купить и закуски. И мысль пришла, як поздно вечером выпьем. Закушу. Ну, там будет нормально. Слушайте,
И так точа мысль, такое давление идет на то, чтобы это сделать. Слушай, пришла мысль, надо открыть грех. Приходит добрать, и как у меня такое ужасное желание выпить, пить бутылку водки купить. Каже, моментально ушел. Каже, пастор, не стало его. Вот это давление, казалось, я не выдержу уже. Раз и вышло. Только вот эта исповеда, все свободно. Каже, все-таки лучше так. Лучше, даже если подумаешь, что это за меня, для меня все равно. Это же дьявол нам и дает, этот стыд, что мы иногда стыдимся, чтобы не сказать людям, как люди подивляться, что подумают, я же там то и то уже. Каждый сам себе мучается, а если мы перед другом признаемся, мы друг друга наоборот подкрепляем, что я не один такой, да, там же, что и другие написано, что братья имеют такие страдания в мире. Написано. Ты ему сказал, кажу, ой, у мене такой. Ты молодец, ты направлено. Откровение получилось. Это ж надо знать, по каким звонить. И двое, и двое согласятся. И один пух, и все. Ты что такое? Скажи, веруй, Моисей, пришед возраст. Отказался. Называться сыном дочери Фараона. Ну, бачите, интересно, что еще прошед возраст. Это же тоже значит, нужно достичь такого, прийти до такого. Я это две недели заточусь и все достаю. И все же, как начекается, что каждый раз что-то новое открывается. Что-то открывается. Богатство, Слово Божье. Таке багато, такі откровення, що це він мов, де він знаходився духовно і де ми знаходимося, що перед либо чим ми соблазняємося, либо що вже сердимося, вже вражбуємо. Каже, і поношення Христове. Почув для себе більше багатства. Ну це бред. Те ж саме, що да. Я предпочту, якщо мене вб'ють. Ну, якщо що, да. Ну, можуть вб'ють. Ну, тому що в Єгипті, якщо ти починаєш топити за Бога, єгиптяни тебе либо вбивають, либо садять в тюрму. Ну, да. Лучше. Захотел страдать. Наши ветхозаветные братья. Это первое на что-то похоже. Такой глубине. Слушайте. А совсем бомбовое. Это 29 стих. Результат от той твердости. Результат от этой великой твердости. Великой победы над обстоятельствами. Прошли через море, как по суше. Египтяне хотели, но не было веры. Не в том смысле, как Моисей. І провів Ізраїль. Оце да. Проведів нас через море. Це як? Як? Ну, коли будеш там ми щось, то раз проведемо. Я думаю, це вибір. Нам не заважить. Ви в нас Моїсій. Як це стати Моїсієм таким? Таким Моїсієм. Ті, которых весь мир не був достойний. Вони скитались по пустиням і горам. По пещерам і ущелям землі.
я в четверг доказал церкви, что не всегда так было, как сейчас. В свое время Хрущев сказал, я покажу по телевизору вам последнюю Библию и последнего христианина. Но это не было слова. Это его решение. Уничтожать, притеснять, ослаблять мир против них, против христиан. И эти христиане, яких кто-то из них весь мир недостойный, но не скитались. И сейчас в мире много скитаются христиан в притеснениях и убийствах. У нас сейчас, я бы сказал, крутой дом, ну, это правильно. И да не жив их, ну, потому что духовный. А оно не совсем бывает. Сейчас вот наша Таня проходит последние дни своей жизни. Но проходиться в муках и страданиях. И це ей надо пройти. Что она переживает? Но, как я сказал, но хорошо, когда она чует, что церковь ей не оставила. Церковь молится за нее. Даже это финансово-политически передаем. Подогнать чем-то. Дорогой Иисус, нашу Таню Господь, она проходит особый разговор. Поддержи ее. Господи, поддержи ее. Огненные испытания, смертельно огненные испытания, Боже. Яви себя, свою милость яви себя. Господь, поможи, чтобы она преодолела все это. Господь, прошла этот путь до конца. После того, кто были, когда врачи определяют, уже коротко осталось. Боже, яви себя, поддерживай. Не всем просто проходить эти последние дни жизни. После того, вот ты хорошо выбираешь, Господь, восхищаешь из земли. После того, кому-то тяжелее приходится проходить это все. Господи, после того, дай благодать. Дай благодать и милость, да будет милость твоя, Иисус. Благодарю за это время. Слава тебе, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Те, которых весь мир не был достойный, скитались по пещерам и ранам. По пещерам и ущельям земли.